Ну вот, сегодня, по-моему, 27 октября, мы решили сделать прохват на квадроциклах. Вот наш Ленинград чаптер. Но есть товарищи, которые решили испытать трассу на Урале. А Коля вот на СФ-500. Молодец, наш человек. Клуб СФ-500, там одни СФ-500 стоят. Без фар. Да. А фары не нужны, наверное, днем все. Как? Привет. А вам же недалеко. Как? Да, нам недалеко. Как Урал? Ну, у нас, знаете, как красота. Огонь? Огонь. Блин. Немногословные наши эти байкеры. Вот на этих вот чудных все поедут квадроциклах. Это мой. Стрял. Лучшая вещь. Коркинские озера.